пришли тут в нашу любимую итальянскую кафешку, так сказать, последний в 2021 году раз, ну, а то, может, вообще последний, в общем, не суть, сказали тут все всяких наших любимых блюд. Сейчас посидим немножко, потом пойдем обратно домой. Дом у нас через дорогу. Будем всякое барахло собирать, чтобы дальше ехать. Заклеиваем коробки, ну точнее проклеиваем ребра, дно там полиэтиленом, потому что веры у них нету, ручки. Обнаружили тут прикольную фичу. Так вот надо сделать. Получается мощная такая крепкая ручка. Но мы это еще скотчем заматываем, чтобы уже наверняка. Ну вот, может, действительно 45 килограмм выдерживает. В общем, вот так вот. Готовимся. Удобство данного массажа заключается в том, что он находится прямо в доме, так что теоретически можно в халате спуститься. Пришли тут насладиться тайским массажем. Вот так вот мы лежим, нам делают массаж.